Занятия в одесских школах стартовали. Праздничные мероприятия, посвященные началу учебного сезона, в этом году прошли не только 1, но и 3 сентября. Все школы самостоятельно принимали решение, в какой из этих дней ее проводить. Наша съемочная группа побывала в учебно-воспитательном комплексе «Гармония». Все подробности далее в сюжете. Вся школа аплодує, зустрічає перші дзвони нового навчального року. На линейке первоклашки почти все с цветами и ребята из старших классов. Последние сопровождают малышей на их первые уроки. Родители говорят, дети идут в школу с радостью и подготовленные. Рада, что линейка у нас есть. И сын очень как знал заранее и готовился тоже, конечно. И к школе мы готовились, ходили на подготовительные занятия. И он уже знает свой класс и знает учителя. И, в общем, он счастлив, что он пошел уже в школу. Они уже достаточно взрослые, они уже в 6 лет такие продвинутые. И я думаю, что не составит никакой сложности посидеть каких-то там 3 часа. В среднем в каждом из новых классов будет учиться чуть больше 30 детей. Мы приняли в свою школу сегодня 8 классов, 256 учеников. Готовились к празднику, потому что этот праздник для нас традиционный. Первый учебный день для малышей начнется с первого урока, посвященный нашей Украине. После классного часа для школьников начались уже обычные учебные занятия. Анна Полякова, Евгений Чменцев, 7 канал.